На 8 марта я бы хотела побольше получить приятных эмоций, теплых слов, комплиментов и, конечно же, цветы. Коробку конфет. Я бы хотела, чтобы в нашей стране, именно в Украине, не было коронавируса. Подарок мне на 8 марта. И мир большой по Украине. Да. Сумочку инкассаторскую. Этого будет вполне достаточно на 8 марта только. Ой, я обожаю разные материалы для работы. Это нечто для меня, что-то такое интересное. А что еще такого? Цветы, конечно же, это очень хороший подарок. Это честность, мужская честность. Это тот подарок, который не купить ни за какие деньги. Хотелось бы получить большой-большой букет тюльпанов, колечко с предложением, понятно. Ну, я вообще мечтаю, допустим, о большом медведе от любимого человека, который, я надеюсь, вскоре его подарит. Ну, и просто любовь, не знаю, понимание, все, заботу. Это, наверное, самое главное для девушки в данный момент. Ну, хотелось бы получить, конечно, сюрпризов, цветов и поездку в какую-то страну на двоих. Будут цветы, думаю, куда-то футболку с принтом еще, там, или сумку, ну, такое. То есть, ну, легко. Ничего сверхъестественного не будет. Ну что, цветочки. Приятное настроение подарю жене. Дочери тоже. Хорошая погода. Отдохнем. Поработаем на благо своей семьи. Так и будет. В принципе. Самое главное – забота, внимание. Да, подарок не важен. Все. Счастья.